нас задумочка была сделать речку цветущую. Ну, мы ее добились, мы ее сделали. Цветной щебенки сделали речку. Мост поставили, который выдерживает, можно, детей и взрослых. Фонари с подсветкой поставили, чтобы она освещалась и вечером. Чего хотели, то мы сделали. Сколько времени ушло на подготовку такой интересной? 3 дня. На подготовку 3 дня. А чтобы сделать сегодня на чтобы месте? Сделать, на месте ушло 4 часа. Нет, 5 часов. 5 часов. Чтобы действительно царила любовь, дружба на Земле. И только это может сохранить планету нашу в мире. А как считаете, идея в целом удалась? Ну, даже лучше, чем мы думали. Нам нравится. Полиров очень много у нас ушло, посадочного материала около 2000. Ну, 2 тонны земли, которые в шар радиусом диаметром 1,70 м, нам пришлось засыпать. Ой, то есть символ сна, да, да? Как бы солнце, радость приносящая, карта Бреста, вот Малорита Брест. Что вы здесь используете?